ситуація така, що вона як згідно розкладу, да? Буває з вечора, буває до самого ранку, просто беруть та і насипають з артилерії, з танків, зі всього підряд, там 152 мм працює, 120-ки. Ну і танчики у них частенько виїжджає, БМП тройки також. Ні, вони працювали з Гнацька, літали із-за бугра за посадку, вони літають доволі так низько. Злітали і працювали по нашим позиціям, але в нас є доволі хороший ПЗРКшник Жора. Збив один вертольот їхній противника, він упав недалеко від позиції нашої. Після чого зразу хвилин через 5-10 була відправлена група спасіння противника. Висадили десант і вона хотіла добратися до К-52. Після чого наша артилерія дуже швидко зреагувала, обнаружила їх і накрили вогнем противника. Коли ми заходили і вели наступальні дії, мы продвигались по асфальтной дороге, тут находилась колонна техники. Наша БМП-2 открыла огонь по всей колонне. В первом ряду стоял и танк, ну а дальше последовательно колесная техника, и дальше стояла вот эта шинка. Тут видно даже вот пробитие, вот это все от 30-ки. По всему этому был открыт огонь с БМП, с РПГ, автоматами, всем чем можно. После того, как закончился бой, после того, как мы заняли село, мы впоследствии осмотрения территории обнаружили, что российская армия воровала все, что можно в домах. Вон, пытались вынести вон, монитор, пледы, вон, принтер, факс, телефоны. Видимо, кому-то мало платят. Еще во время штурма населенного пункта Гусаровка, да, после там часа или два часа боя, получил ранение осколочное в плечо. Да, танчик выстрелил так нехорошо, близко стоял как раз. Ну вот, еще 30 минут побегал, повоевал, и уже потом уже эвакуировали. Ну да, потом месяц лечения, пока это все восстановили. Ну и вернулся, соответственно. Как же ж не вернуться к своим. Ну да. Буквально после первого боя страх куда-то, он пропадает. Дальше уже ты боишься не за себя. Ты боишься за то, что если ты сейчас здесь не удержишь, они пойдут дальше.